Всем привет, это продолжение партии за Мали в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Что ж, приятного продолжения вам просмотра. Вот ты туда навел. Ну, вообще у австралийцев полностью везде кампуса построены, а у меня с одним кампусом столько науки, только с одним. Так что, может, не все еще так плохо, но мне кампуса надо строить. Мне кампуса надо строить. Леонора сделка, Конго сделка. Блин. Теперь долго. Да, как-то я тут... Короче, надо Рейну пересаживать. Сегу я могу покупать, да? Да. Давайте тут амбар будем строить. Рейну пересаживаем в Сегу. Тут купим кампус. Не по этой. Нет. Грец, предложение. Который переход. Так, 8 ходов, блин. Ай-яй-яй. Пятнадцать жителей. Миссионеры и апостолы могут установить религию на один раз больше. Да, тоже хотелось бы построить. А вот и тот город, который я искал. Так, мне надо что-то срочно открыть, например, божественное право. А что Наска хочет? Озарение для осадной тактики, это что? Вообще города у японцев, да, действительно очень неплохие. Австралия сделка. Этот перикол. Продолжаем? Да, конечно. Ну, плюс 3 будет хотя бы. И мастерскую еще скуплю. Так, здесь просто ставим город. Вот, вот города расставлены у меня, мне кажется, хорошо. Так, вокруг столицы все. Приятненько. Так, монумент. Тут купим строителя. Тут купим мечеть. А, ну что, куплено. А здесь? Японец сделка. Везде мечети куплены, да? Перикл.
Фига, уже шпионы. Золото тырят. Так, банковское дело открыли. Дальше массовое производство, индустриализация. Просвещение надо. Да, до просвещения я далеко, но мне надо открыть божественное право. Я, может быть, монархию даже приму. Почему нет? Мон-Сен-Мишель. Апостолы получают способность мученик. Надо не забыть, только в Наску послов отправить будет. Апельсинчики обработать. Так, 6 ходов и 4 очка. И 4 очка. Железо я уже делал. А, ну Мандекалу. Собственно, Мандекалу, и вот я в золотом веке, все. Это не проблема. Так, тут мы ждем прибытия. Давайте шпиона строить. Прибудет Рейна, я покупаю районы. Так, ну с Узереном Вавилоном мне не обязательно быть. Давайте смотреть. 237. Да, австралиец мне, конечно, не нравится очень. Вот и чудо. Слушай, Австралиец, у тебя такое офигительное чудо, ты его никак еще до сих пор не использовал. В процессе. Плюс 50% при строительстве чудес и районов. Вау, это то самое чудо. Да, но только на соседних клетках от этого чуда. Но австралиец никак его не использует. А зачем? Чудес я особо-то не построю, там промки будут. Так. Первый посол. Конечно, просвещение хочется быстрее, но дело в том, что мне и посол нужен быстрее, поэтому давайте я открою военную подготовку для посла. Мне Наской надо, ну и поменяю потом карточку. Так. Так,
А теперь рикол национализме поаккуратнее, кто рядом. Ват. Нос по счету вообще. Перикол Горга я. Но мне придется, наверное, с Австралией воевать. Я не... И скорее всего он на меня нападать будет. Что он в союзе с Конго, я так понимаю. А нет. Значит, на Конго будет нападать, потому что он самый слабый. Так, Магнуса, наверное, можно пересаживать. Вопрос, куда? Ну, можно в Ньяне опять вот тут кое-что вырубить. Есть несколько клеток. Плюс к вере. Меняем на плюс 2 влияния обратно. А, подожди, я монархию могу поставить, кстати. Это еще плюс. И мне одного очко не хватает. Всего-то. Давайте довольство с гарнизоном и... Ладно, удвоенный опыт юнитов разведки. Так, мне одно очко не хватает на самом деле, так что можем без, даже без Мандекалу попробовать обойтись. Торговца может купить. Все. Спокойно вышел в золотой век. Дальше просвещение. Немец тоже видит эту прекрасную французскую колонию. Немец, предложение. Сейчас, секунду. А что там про французскую колонию было? Да ничего, забудь. Да ничего, забудь. Так, давайте у Горга проход попросим. Горга предложение. Сюзереном Наска нам не прикольно быть, потому что она дает рисование в пустыне, а у меня больше уже нет пустынных клеток, то есть у меня какой-то не... Горга, ты хотел право прохода? Не, Мали. Старт не Мали. Я тоже не хочу, не открою. Ну смотри, время-то уже не то, 30 монет это было тогда, а сейчас уже больше. Ты уверен, что ты Горга? Ты уверен, что ты Горга это хочешь? Хочу Горга это что сделать? Нет, сказать, я не понимаю, просто я никого права прохода не просил. Мне было от кого-то предложение права прохода. Ты решил, что Горга, и сразу к нему, чтобы посмотреть. Нет, я видел, от кого. Реально, Горга вот видел его. Не знаю, может ты что. Это кто говорит? Немец? Так, я тебя не встретил. Нашел. Горга не встретил? А, тьфу ты, Перикл. Твою ж мать. Да, Боже мой. Рука-лицо. Ну и при том, что он твое лицо видел, то он даже представляет, как ты это делаешь.
Мешались кони, люди. Как там дальше было? Все. Кони, люди. Нет, наверное. Обрабу не хочу вырубать, но производства не будет тогда вообще. А, я могу, кстати, этими людьми ходить по территории. Так, ничего не... Никуда не отправляю послов. Вот, теперь можешь мое лицо узреть. Индустриализацию. С австралом надо что-то делать, господа. Не понял. Я бы не отставал от него, если бы я не затупился своими, блин, районами. Так, 135. А у парня 266. Не, ну правильно, вы же проголосовали против меня. Вы молодцы. Все. А что такое? Там еще и Вавилон есть, который тоже сюзеренит. Так, хочешь тебя? Так, обработали, пошли табак. Обработаем. Строитель. Просто заканчивается героический век. Надо понакупать. Так, шахты где-нибудь. А, ну сюда Магнус у нас. Ладно, давайте подождем, когда Магнус туда приедет. Блин, не то я хотел. Чего еще раз? Я спрашиваю, все правильно понимаю. Ты про что? Ну, а армия Нюрнберга. А, нет, она просто осталась с того же самого момента, как единственное... зачистил варваров. Вот, ее просто. Что у меня пока... хорошо, я аэропорты и самолеты просто куплю. Да, конечно. А то я уже начал строить стены. Решил, да блин, лучше уточню, может быть, реально... Так случилось. Так, ну, я уже приблизительно все разведал. Так, значит, ждем прибытия Магнуса. Тут можно еще какой-нибудь район? Нет. Ну, надо, видимо, перебрасывать в следующий город. Так, а скоро я... Блин, тут еще две прокачки, блин. Какая там прокачки на
Ну и вообще кассу, да, построят, и у меня прокачается мокша полностью. Какой же его город перебросить? Давайте в Кангабу. Ну, а Рейну, соответственно, в Уалату я хотел. Может быть, Австрала забаним? Согласен. Давайте предложим, чтобы территория одного из греков не расширяла. Ну, а так я предлагаю австралийца забаним. Причем то австралиец, давайте лучше грек кого-нибудь, одного из двух. Почему грек? Мы культурно с греком никак не сможем победить, потому что мы два грека в одном месте, мы будем друг друга перебивать. А ты улетаешь. Не ношу. Это не австралиец говорит, если что, австралиец вообще. Это говорит француз, если что. Мы с греком культурно никак не сможем победить. А он научно вполне себе. Ну не знаю, я собираюсь все покупать. Но поэтому... здесь культурный захват. А, стоп. У этого. Господи, как же он называется? Австралийцы же пастбища осуществляют культурный захват. Как бы, австралийцы, да, да. Я предлагаю компуса, чтобы догонять его. Ну, я не против. Я даже за. Да, и мне надо в Ньяне строить вот часовню великого магистра. Позволяет за веру покупать юниты. Давайте в очередь часовню великого магистра. Ну и я, пожалуй, реформу денежного обращения. Пока строители... Так, один ход еще до прибытия Магнуса. Ого. А что так мало денег от... Блин, но мне надо все равно к японцу посылать. Надо карточки поставить. Просвещение откроется. Поставлю карточки. Так, давайте индустриализацию. Научную теорию. И вот теперь миссионеров поехали обращать города миссионерами. Причем конголезские. Боюсь я вокруг вулкана клетки обрабатывать. Прямо вам скажу. Давайте вот тут вырубим. Так сделаем. Блин, мешается этот японец. Коляска твоя мешается. Ты не забыл о ней там случаем? Сейчас. У всех упало. У меня, смотрите, 84 науки и 200 у... 212 у австралийца. Зашибись, да?
Конго, ты там? Лёша, дружим? Давай. Конго. Что? Дружбу я тебе кинул. Так, прокачиваем мокшу. Позволяет городу районы за веру покупать. И если берем... это... Да, не слышно. А сейчас... Я забыл, мы пробили в конгрессе то, что нельзя больше в кампусах строить здание. Можно. Так, ну давайте, наверное, Наску. Еще, чтобы больше веры шло. Алексей, тебе очень сильно нужна Наска? Да. Ну, нет, я не, ты можешь стать ее сюзереном, я не против, я просто 6 послов туда отправил. Я не собираюсь. Просто мне в клеточке пустыни, как бы надо всех... Конго, так я не понял, ты не получил моего предложения дружбы, отказался от него, что произошло? Или, ну, то есть, я не получил никакого ответа. Обратной связи. Обратной связи, точно. Если ты сейчас что-то говоришь, Конго, мы тебя не слышим. Алексей, границы? Нет. Мне не нравится, вот тут вот, вы с японцем не мешаетесь постоянно, у меня такие проходы. Ты еще не посмотрел в прошлый раз все? Ну, я от тебя налево не ходил. Сейчас. Да, Конго, тебя не было слышно. Тут говорил, но мог услышать. Меня же только что было слышно, надеюсь. Вот сейчас тебя слышно, да. Так, какие мы тут клетки добавим к городу? Так, может уже дождаться тут 10 жителей и за Рейну купить. Торговцы. У меня пока не будет веры покупать районы в этом городе. Thank you.
Так, Австралия в самолетах уже. И уже аэропорт построен. Австралия уже в самолетах и построила аэропорт. Это как? Ну как, у нее 220 науки, я как? Не в тех самолетах. А, ну вообще у Перикла 204. А? Леш, может, хотел сказать Греция? Уже в самолетах. Нет, я хотел сказать Австралия. Я даже не хочу сказать. Горго, а ты можешь около метилена какой-нибудь юнит подвинуть, а то я не могу пройти дальше. Перикл тоже в самолетах. Так. Ну да, это успокаивает. Блин, я так не достаю, получается. Ага. Угу. Нечего тут вырубать. А, японец, ты вот поселенца ведешь, а там варвары аккуратно будут. Аккуратнее будут. Горго, ты тут? Да шо ж все куда-то отходят постоянно? Собор Святой Софии. Отличненько. Лёш, ты звал меня? Ты Горго? Да, Горго. У Метилена какой-нибудь юнит один подвинь, пожалуйста, а то я пройти не могу. Милета, да? Метилена. Ты знаешь, как у тебя города называются, да? Да, это ненужная информация. Я решаю более глобальные задачи. Я не думаю, что я могу победить верой, тем более у нас тут 4 религии, и многие из них распространены уже. О, вон там у нас уголь. Прошу тебя, на печатать. Кнопку поставь, пожалуйста. Поддерживаю. Кстати, Пингалу не назначил. Давайте Пингалу в Гао. Нет, подожди. Ну ладно, в Гао. И Лян назначим в Уавату. Или в эти какие-нибудь более новые города. Я же все равно пока не буду покупать рабочих. Блин, я...
Не успеваю ходить. Надо поставить карточку на союзы. Может, апну. Так. Торговую республику. Ставлю. Дальше. Скидка на улучшение юнитов. Новые строители можно убирать. Центр коммерции можно убирать. Бонус кампуса. Рационализм. Плюс 2 влияния. Соседство промышленной зоны. Соседство священного места. 107. Уже приятнее. Так, какой район тут ставим? Промышленный, наверное. Вот сюда рядом. Круче, что... А, нет, плюс 3 есть. Блин. Купаем. Покупаем. И фабрику, наверное, в Нияне покупаем. Так, Рейну можно пересаживать в Уалату. Дальше идем. Строительная инженерия. Угольную электростанцию построю. Так, мне до самолетов 7 ходов. А дворец Патала это какого? Минеропромышленной эры нету чуда. Я еще двух человек не нашел. Сто шестьдесят науки, норм. Ну, у меня с Японией союз, кстати, закончился. Блин, я не поставил. С Японией союз надо продолжить. Это он сейчас только закончился, да? Авиация. 180 науки. Слушайте, не, ФЕС, конечно, классная штука. Вот тут, к сожалению, не получил. Видите, я, ну, проповедовал здесь ислам, но следующим ходом он сам автоматически стал. Япония, предложение. Перек на предложение. Немножко укреплю религию, чтобы дешевле миссионеры покупались. Так, здесь фабрика не нужна пока, да? Не понял. Раз, два, три, четыре. А, не дотягивается. Значит, нужна фабрика в Уалате. Купим. У
Ух ты, Рурская долина. Давайте попробуем построить. Пока никуда не отправляем. У меня мало культуры. Это да. Некрасиво. Сто 11. Маяк, Оксфордский университет, проповедовать верование, амбар завершен, давайте тут строителя. Но он держит коня, чтобы атаковать самолетами, это как бы японский секрет Полишинеля. Авиация 2 хода. Ну, в радио он еще не вышел. За каждых 5 культуру, наверное, возьму. За каждых 5 последователей в других державах. У меня мало культуры. Австралия, что ты тут начал строить ко мне военные лагеря? Где? Не военный лагерь. А, аэродром, да. Но это не лучше. Разные вещи. А вдруг он просто хочет искать туристические самолеты, чтобы осматривать ту красивую... Да. На самом деле, у меня нет алюминия. Откуда ты знаешь, есть он у тебя или нет, если ты в него не вышел еще? Я в него не вышел, я уже в бомберы продвинутый. На этом таймлайне же задержка идет. А, точно, он уже в улучшенной авиации. Да. Печаль. Да обращайтесь вы уже. О, открыта авиация. Встретили немца. А вот ты, Алексей. Аэродром 150. Отлично. Сто 50 веры всего лишь. Ой, нет, не то. Так, а, стоп, мне надо сугубу достроить, чтобы дешевле было. Стояночка. И следующим ходом я куплю улучшенных... Ну, бипланы куплю. Сугубо, чтобы дешевле были покупки. Да, здесь еще до 3, до 13 жителей надо ждать. Так, Тадж-Махал.
Мон-Сен-Мишель. Давайте построим Мон-Сен-Мишель. Почему нет? У нас кампус тут будет и кампус тут. Ну я медленно, я реально, ребята, сложал с кампусами, то есть в Ньяне особенно я мог намного раньше построить кампус. Здорово. Сразу. Давайте, может, даже не послов, а шпионов поставлю. Двести религии. Так, здесь. Вот было 150, помните, да? 120. Оба-на. Теперь покупаем сам биплан. О, что так дорого, блин. Я думал, я с больше смогу купить. Завершили сугубу, покупаем рынок. Здесь тоже покупаем рынок. Жалко, торговца не могу купить. Может, мандекалу уже сделать? Тем более, у меня там стоит на апгрейд. Блин, боже, как я не успеваю вообще ходить нигде. Слушай, Фес это для религиозной цивилизации вообще офигительная штука. Так, ставим кампус. Но у меня не так уж много денег, кстати, на кампуса. Может здесь построить кампус? Просто два хода. Реально не много денег. Пять киото само обратилось.
Так, из Тимбукту надо отправить. Да закройся. И из Канга. А, из Кангабы уже бегает, по-моему. Да, из Кумбисале тоже бегает. Из Ньяни аж два бегают. Из Аудагоста бегают. Из Гао. О. А, ну да, из-за Золотой Век же получаю больше. Ладно, отправим из Гао еще один. Я просто построю аэродром тут. Надо самолеты купить. Ну и почему я тут кампус не поставил делаться, блин? Давайте пересадим Мокшу куда-нибудь. Не, свет собираешься город ставить? Кто это еще раз говорил? Француз. Сейчас мячку поставлю. Да, и давай продлим союз. Тут поставь. Самолетики буду покупать. Кстати, я за веру могу купить, я и забыл, блин. Что еще раз? Я поставил. А самолеты не покупаются за веру, зашибись. Можно поставить. Ну ладно, я тогда против эти. А вот в том месте... РСЗО, которое... Просто не ставит. Получается, сейчас Австралия находится в этом Уране? Да. Нет. Просто была... Ну, скорее всего, в улучшенной авиации еще мне нужно. Нет, Австралия в улучшенной авиации. Да даже это, они уже, блин, на самолетах летают, я еще. Нет. Мы договорились. Да ты хочешь где-то в город воткнуть или только вот твоя? Да, я хочу в третьем радиусе воткнуть город. Тогда или нет? 302 культуры у грека. А вот сюда вот, например, города ты не хочешь? Вообще тут грек по-хорошему вот, лидер, да, Перикл. Ниже... Слушай, там знаю, нормальная территория, есть и селитры, и где поставить еду. На пальцы. Конго, наверное, надо забирать будет. О,
спящее состояние. Может, обработать все-таки эти клетки, раз он в спящем состоянии. Подождите, а где у меня был... А что я там... А, я хотел... Апостол я покупал, давай, и немножко не то я укрепил, что хотел в итоге. А эти апостолы... План построить. Это зачем тебе там город, если производства там вообще никакого нет? Ну вот, если ты будешь втыкать на устье реки. Хорошо, ставь. Надо тут угольную тоже, наверное, построить. Ну, после рубки. Блин, не удалось. Ну, вообще, прямо скажем, без вот этого здания в правительственной площади... Видите, я часовню великого магистра построил вместо разведывательного управления. Вот без разведывательного управления... Тяжело шпионы работают. Слушай, Рейвен, ты где вообще? Самому хочется понять. Я правее от двух Греций. 7 ходов. Могу метку поставить на него? Ну вот, Лёша, вот своим вот гуру, который у тебя вот... Иди вниз. А, нет, там арбалетчик. Даже не знаю. Ну, короче, за Канди он. Я поставил метку тебе, Лёш. Там, ну, по воде можно его встретить. Стоимость миссионеров и апостолов снижается. Ну что, алюминий раз, алюминий два. Причем один уже сразу добывается. Здорово. Так, покупаем биплан. А нам три надо, да? Так, сколько ходов? 7. Тадж-Махал 6 ходов. Рурка 4. Если успею. На этом пока все. Спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество», а для всех остальных продолжение выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!